Что сейчас происходит в регионе, об этом расскажет телеканал ПС. В студии Артемий Заварзин. Добрый день. В городе воинской славы Архангельске на один символ воинской славы стало меньше. И речь вовсе не о вандалах. Ситуация гораздо интереснее. Этой ночью из Сквера Победы исчезла зенитная пушка. С весной 43-го Сквер Победы разбили горожане на месте домов, уничтоженных во время первой бомбежки Архангельска. В 2013 году в Сквере Победы начали создавать мемориальный комплекс. Первым этапом как раз стала установка зенитной пушки, как дань тем, кто в годы Великой Отечественной защищал небо Архангельска. И вот пушку увезли. В социальной сети появилась информация о том, что уровень радиации в этом месте значительно превышает нормы почти в 40 раз. Отреагировали все городские службы, демонтаж провели специалисты МЧС, следком начал проверку. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, проверить указанную информацию и по результатам проверки принять процессуальное решение. Мы будем следить за развитием ситуации и уже в 16 часов расскажем, есть ли повод для беспокойства, где сейчас зенитная пушка и кто он, человек с дозиметром, обнаруживший радиационную угрозу. Произошедшую накануне аварию на водопроводе удалось быстро устранить. Напомним, накануне во второй половине дня при проведении работ по установке свайного основания световых опор возле дома 35 на проспекте Новогородском бригада горсвета пробила водопровод диаметром 250 мм. Повреждение оказалось серьезным, труба дала сильную течь, весь проспект покрыла большая лужа. Для устранения аварии был перекрыт водопровод. В результате без воды остались жильцы дома на Новогородском 46. Водоканал обеспечил им подвоз воды, а сама авария была устранена поздним вечером. По затратам пока мы не готовы сказать, необходимо провести расчеты. Что касается устранения, к 23 часам авария была устранена. Мы установили муфту для того, чтобы подать водоснабжение в обычном режиме. Сейчас водоснабжение идет уже в обычном порядке. Стоит отметить, предприятие «Горсвет» свои вины не отрицает и готово возместить нанесенный ущерб. К другим темам. В Архангельске на месте строительства выставочного центра «Норд-Экспо» в округе Майская горка произошла торжественная церемония закладки памятного знака. Таким образом, отсчет времени пошел. До завершения строительства «Экспо-центра» остается меньше года. На стройплощадке тихо, экскаваторы на перерыве. Первый шаг сделан, котлован для забивки свай будущего центра вырыт. Что называется, с места в карьер спускается представительная делегация. Инвесторы, городские и региональные чиновники оценивают масштаб стройки. 3000 квадратных метров, свыше 300 миллионов рублей инвестиций. Налогов в областную казну планируется ежегодно около 20 миллионов. Безусловно, это очень большой вклад в экономическое развитие, потому что многие эксперты в последнее время плотно занимаются стратегией, утверждают о том, что в развитии любого региона большое значение имеет как раз выставочная деятельность. Не только то, что сами мероприятия проводятся, вообще иной взгляд в регион, взгляд инвесторов, которые приходят в себя, поэтому это такой большой задел в будущее. Старт строительству дали символично, заложив фундамент 10-рублевую монету. Кстати, раритетную. Будущее экспоцентра – это масштабные форумы, такие как «Арктика», «Территория диалога». Это межрегиональные выставки и ярмарки, такие как знаменитая «Маргаритинка». Кроме того, в экспоцентре будут проводиться семинары, конференции и презентации. И неважно, это будет арктический форум или маргаритинская ярмарка, или ярмарка, посвященная лесу, потому что везде есть деловые мероприятия, различные обучающие семинары, выступают интересные спикеры. И сегодня мы считаем, что очень вовремя строится этот комплекс. Завершить возведение выставочного комплекса планируется в апреле 2018 года. В Архангельске и области аналогов проекту нет. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. На пути к искусственному интеллекту. В школах Коношского района сегодня в тренде кружки по робототехнике. И причем местные школьники наступают на пятки ребятам из областного центра. Из Коношского района наш материал. Даже на летних каникулах эти ребята стремятся в школу, поскольку без любимого хобби не могут прожить ни дня. В кружке робототехники в Коношеозерской средней школе занятия идут вот уже 3 года. С тех самых пор, как на базе образовательного учреждения появился ресурсный центр областного института открытого образования. Начали с того, что проучили тьютора, то есть учителя, который всем этим будет заниматься. И таким образом в рамках, выделены нам были средства в рамках областной субвенции, закуплены первые комплекты роботов. Первыми с ними познакомились 5-классники. Тогда это были примитивные роботы на батарейках. Но богатая фантазия и упорство юных конструкторов вынудили администрацию закупить более сложные комплекты. Уже в
стали смотреть, что-то усложнять, приобрели 3D-принтер, сейчас мы пробуем на нем программировать, то есть уже сами изготавливаем детали различные для роботов, потому что что-то и ломается у нас, что-то хотят ребята что-то более такое совершенствованное. После первого года работы кружка его воспитанники заняли 3-е место на областном конкурсе робототехники и загорелись идеями создавать куда более сложные электронные помощники, способные выполнять нестандартные задачи. Их можно программировать, датчики разные подсоединять. Ими можно, например, там, разминировать что-то там, если у военных там. Я буду работать, конструировать, программировать. Программистом буду. Инициативы Конышеозерской школы подхватили и другие образовательные учреждения. Теперь робототехникой увлекаются школьники по всему району. Например, в новой Подюжской школе в технический кружок даже очередь. У нас сначала были только 5-6 классы запланированы на этот год, а родители подходили с 7-классников и просили, чтобы их записали на кружок. Они к нам уже пришли в середине года. И год нам дали как бы войти во вкус дела, а со следующего года соревнования роботов. В следующем году на Конышской земле пройдут первые районные соревнования по робототехнике. Педагоги и ученики уже вовсю готовятся. Светлана Дейнека, Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Сегодня в Госдуме во втором чтении должен быть рассмотрен законопроект об ответственном обращении с животными. Это один из самых ожидаемых в обществе законов, и в то же время он постоянно откладывается. 7 лет законопроект не покидает стены Государственной Думы. За это время через поправки, получаемые из регионов страны, его редакция была почти 100% изменена. Уже 3-й созыв депутатов подступается к рассмотрению документа. Но каждый раз рассмотрение по разным причинам переносится. Вот и сегодня законопроект стоит в повестке дня, но с припиской «Возможен перенос на осень». Тем временем случаев жестокого обращения с животными происходит все больше. Точнее, благодаря зоозащитникам. О них становится известно широкой общественности. Один из диких случаев в нашем регионе произошел весной в Новодвинске, когда домашнюю собаку по кличке Чарик привязали к забору и оставили умирать мучительной голодной смертью. У собаки умер хозяин, и родственники таким образом решили избавиться от нее. Неравнодушно люди ее подобрали. Собака в крайнем истощении находится. Причем истощение у нее не из-за того, что она привязана была к забору на несколько дней, а истощение у нее с детства. То есть над собакой издевались с детства. Другая ситуация. И снова в Новодвинске, когда коммунальщики, чтобы прекратить свободный доступ в подвалы жилых домов, вставили решетки на воздуховодные окна и замуровали кошек. Так что даже в пределах Архангельской области закон об ответственном обращении с животными крайне актуален. Мы продолжим знакомить вас с новостями регионов. 16 часов на канале ПС. Будьте с нами.